До начала зимы осталось чуть больше недели. Пора задуматься о самом волшебном празднике года. Создать неповторимый образ и дополнить наряд уникальными украшениями поможет традиционная выставка «Каменная сказка». Ее экспозиция разместилась в Центре современного искусства. Чем она порадует чебоксарских модниц на этот раз, узнаете из нашего сюжета. Выставочный зал на заливе превратился в настоящую ярмарочную площадь. Вместо привычных картин – каменная россыпь. Эти самоцветы собраны в разных уголках земли, и каждый имеет свою ценность. Эта жиода весит более 30 килограмм. Тело ее сделано природой из агата, а внутри кристаллический кварц. Агат является скрыткристаллическим кварцем, аметист – кристаллическим. Если ее поставить на подоконник, и чтобы освещалась прямыми солнечными лучами, то вся ее положительная энергия распространяется в пространство. На каменной сказке ярко выделяются зеленые украшения из буранита, аналога янтаря, а рядом изделия из другого природного материала. Деревянные бусы, вещицы для дома и просто приятные мелочи, пахнущие настоящим лесом. Нельзя не заметить и волшебный прилавок с экспонатами из морской столицы России – Санкт-Петербурга. В этот раз привезли новые работы и таких мастеров известных, как Воробьева и Шарикова, и Мака и Мирелли, новая художница Лариса Менделева. Есть изделия разнообразных ювелирных стилей. Очень много изделий в старинном стиле, винтажном, как здесь тоже есть любители на это дело, так есть и современные формы, и современные дизайны. В народной медицине бытует мнение, что оникс лечит многие заболевания. Например, если изделие из оникса носить на теле, то укрепится позвоночник, улучшится слух. Литотерапевты предполагают, что оникс исцеляет нервные заболевания, снимает негативные последствия стрессовых ситуаций, избавляет от бессонницы и ночных кошмаров. Делаем пару шагов и оказываемся рядом с эксклюзивными новинками каменной сказки. Эти экспонаты – коллекции из драгоценных камней в Чебоксары привезли впервые. У нас очень красивые рубины, довольно-таки высокой каратности, и чистые бриллианты, все без торговых наценок, то есть на любой вкус, цвет и кошелек. Украшения всех видов и цветов, под любое платье, для любого случая. Нынешняя выставка-продажа – действительно сказка для чебоксарцев, куда ни глянь. С 22 по 25 ноября с 10 утра и до 7 вечера она приглашает всех желающих в Центр современного искусства, выставочный зал на заливе. Борис Александров, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика.